Прошло 5 лет после инцидента в Черной Месе. В момент все изменилось. Они начали захватывать контроль. Мир, который вы знали, исчез. И пути назад нет. Это Эдриан Шепард. Мы либо будем сражаться, либо погибнем. Рейвенхолм. Зона заражения. Избегайте опасности. Субъект Шепард. Статус обновлен. За гранью Черной Месы. Выжившие были разбросаны по всей территории. Их укрытия атакуют повсюду. Мы должны предупредить силы сопротивления в Сити-17. Но мы должны забраться выше, чтобы прошла передача. Оружие и припасы дают нам больше шансов выжить. Сканеры показывают, что рядом находится старый склад, но неизвестно, в каком он состоянии. Дела обстоят еще хуже. Здесь не только мы и вражеские солдаты. Thank you.
Жить в таких помещениях долго нельзя. Те, кто был здесь до нас, ну, им не повезло. Хорошо, что ящики с припасами в порядке. В таких комнатах всегда есть другие выходы. Это необходимо при нашей работе. В таких условиях у нас только один план. Думай быстро, а беги еще быстрее. Идет передача. Никто не знает, откуда пришли эти ублюдки. Никто даже не знает, кто они. Известно только, что в их планы мы не входим. Для них мы всего лишь раса, пораженная самоуничтожением. Но кто-то однажды сказал, нужный человек не в том месте может изменить в мире все.
если вы это слышите, то передача удалась. Моя история заканчивается здесь, чтобы у мира еще был шанс. У мира за гранью черной мессы.